Здравствуйте! Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Он будет посвящен ответам. Дело в том, что в адрес нашей программы и ее авторов поступает очень много вопросов, связанных с трезвостью. Самые распространенные из них войдут в сборник под названием «101 вопрос православному трезвеннику», создателями которого стали члены общества трезвости братца Яна Чурикова. Итак, на ваши вопросы отвечает один из авторов будущей книги Андрей Александрович Нечаев. Многие считают, что понятие трезвения вовсе не означает полный отказ от алкоголя. Так ли это? И что вообще включает в себя этот термин? Замечательный вопрос. Действительно, как бы мы говорим трезвость, трезвость, трезвость. Потом всплывает такое некое слово трезвение, да, и передача наша называется «Трезвение». Вот что же это такое? Трезвость – это не только воздержание от спиртных напитков. Это гораздо большее и широкое понятие. Трезвение, мы сегодня говорим, да, это некая христианская добродетель. И вот эта добродетель, она помогает как раз человеку возродить другие добродетели. И, так сказать, посредством трезвения мы можем спастись. Есть такая замечательная фраза в Евангелии, которую мы читаем в первом послании апостола Петра, которую знает практически каждый трезвенник. «Трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Замечательная фраза, которая призывает не только, конечно, людей, которые ведут трезвый образ жизни, а призывает любого человека трезвиться и бодрствовать. То есть, таким образом, трезвение – это некая такая христианская добродетель, которая заключается в том, что человек должен духовно бодрствовать, то есть в духовном бодрствовании, для того, чтобы охранять свой ум, свой разум, свои помышления, свои деяния от, так сказать, соблазнов лукавого. Соответственно, человек спящий, он приравнивается к, так сказать, к человеку, который не трезвит и не бодрствуется, да, и, естественно, как бы лукавый легко его может поразить. Вот, поэтому, когда к нам в общину приходят люди, мы молимся за этих людей, которые страдают пороком пьянства. Человек пишет записочку, дает обет трезвости. Это лишь первый этап, когда он избавляется от порока пьянства. Первый этап. К сожалению, на этом этапе многие люди успокаиваются. Они говорят: ой, как замечательно, я дал обет Богу не пить вина, все хорошо, я теперь, у меня нет тяги к алкоголю, я буду, значит, вести обычную жизнь. Некоторые даже умудряются, значит, при этом как бы стать опять, так сказать, культурно пьющими. На праздниках начинают употреблять алкоголь и так далее. Но вы знаете, как раз вот эти вот слова апостола Петра, которые призывают нас трезвить и бодрствовать, они как раз относятся вот к тем людям, которые как раз вот забывают об этих словах. И у нас вообще, к сожалению, есть много примеров, когда люди, принимая трезвость, на этом успокаивались, вели обычный образ жизни, так сказать, и через некоторое время все возвращалось на круги своя. Нужно трезвиться и бодрствовать, говорит нам апостол Петр. То есть сохранять свой ум, следить за собой от помыслов, от греховных деяний. Как это достичь? Необходимо, естественно, во-первых, это читать Священное Писание. Необходимо быть воцерковленным человеком, то есть быть православным трезвенником. Необходимо постоянно стяжать другие добродетели. Как раз вот трезвение, оно как раз и позволяет нам, так сказать, возрастать в других добродетелях. Это терпение, смирение, любовь к ближнему, исполнение заповедей. Все то, что делает нас ближе к Богу. Я считаю, что человек может, если он уж принял решение не пить, то может это сделать без принятия обета трезвости. Поэтому я считаю, что... Ну, а зачем мне? Зачем мне самому обет трезвости? Решите, я перед этим отвечу на другой вопрос. Вот мы только что рассмотрели, что такое трезвость, да, и понятие трезвения. А кто такой вообще православный трезвенник? Вы знаете, православный трезвенник, во-первых, это человек, который является православным христианином. Это человек воцерковленный, который соблюдает заповеди, который приобщается к церковным таинствам, чтит воскресный день.
С другой стороны, это человек, давший обет Богу, может быть, на время на какое-то, а может быть, и на всю жизнь, не пить вина. Поэтому вот такого человека мы называем православный трезвенник. Это православный христианин, давший обет Богу, не пить вина. В нашей общине мы даем обет Богу пожизненно, вовек не пить вина. Тем самым это позволяет нам укрепляться в вере на протяжении всей своей жизни, а также и наших детей воспитывать в трезвости. И в то же время служить примером для тех новых, так сказать, новоиспеченных трезвенников, да, которые приходят к нам в общину. Вот. Теперь вот следующий вопрос, который действительно является, наверное, таким сложным для человека, который дает обет Богу, да, это вообще зачем нужна абсолютная трезвость? Какие факторы мы можем привести в пользу абсолютной трезвости? Действительно, вы знаете, вот многие рассуждают так, что есть две крайности. С одной стороны, есть пьянство, грех пьянства, с другой стороны, есть абсолютная трезвость. У нас люди так говорят, зачем нужны крайности? Нам нужна где-то все-таки какую-то золотую середину найти. Ну, с пьянством все понятно. Грех пьянства, это все понимают, что это плохо. С другой стороны, как бы, это абсолютная трезвость. Зачем она нужна? Первый, наверное, такой фактор, может быть, он не самый сильный в пользу абсолютной трезвости, но он как бы есть. Говорит он о том, что человек, который является культурно пьющим, находится в зоне риска. Никто не даст гарантию, что завтра он не станет пьяницей. Никто не думает, что он станет пьяницей. Все уверены в том, что они будут пить сколько они хотят, где они хотят, когда они хотят и с кем они хотят. Человек сможет себя полностью контролировать. Тогда возникает парадокс. А почему же сегодня спиваются миллионы? И проблема пьянства как тогда, так и сегодня, она является актуальной для нас. Да потому что уверенность человеческая, она настолько шаткая, настолько зыбкая, что дьявол, тот, который, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить, с удовольствием может соблазнить, и легче всего ему соблазнить как раз культурно пьющего человека. Второй аргумент, я считаю, он очень убедительный, в пользу абсолютной трезвости, говорит нам о том, что если вы являетесь культурно пьющим, и у вас все хорошо, и у вас нет проблем со спиртным, то есть вы пьете и себя контролируете, то дадите ли вы гарантию, что вы сможете контролировать своих детей, что ваши дети не будут пьяницами? Вы скажете, нет, такой гарантии я не дам. Я надеюсь, что они будут брать пример с меня. Но вот вы знаете, замечательно парадокс состоит в том, что когда мы с вами садимся за праздничный стол и наливаем шампанское, дети сидят вместе с нами за столом. Они понимают, что взрослые что-то пьют, они счастливые, они улыбаются, у них все хорошо. Им этого пока нельзя. Им в рюмку наливают сок апельсиновый, но разрешают чокнуться. Наступает такой момент через некоторое время, что им уже можно выпить детского шампанского. Им дают такое право, разрешение такое дают. Мы стали взрослыми уже. Через некоторое время уже наливают туда не детское шампанское. Они стали взрослыми. И сами того мы не понимаем, как мы детей своих приобщаем культурно пить. Потому что надо лучше сразу их научить культурно пить, чем их научит эта улица или какая-то компания. Но никто не даст гарантии, что наши дети не попадут потом в какую-то дурную компанию, где они будут уже выпивать сколько они хотят, как они хотят и с кем они хотят. Поэтому, к сожалению, дети также находятся в зоне риска. Не лучше ли отказаться от употребления спиртного, да, для того, чтобы быть примером для своих детей? Что можно посоветовать человеку, страдающему от пьянства и искренне желающему избавиться от него? Для этого нужен Господь. И если мы будем полагаться на Него, если мы воззовем к Нему с молитвой, с чистым сердцем, как мытарь, помните притчу о фарисее и мытаре? Просто ударим себя в грудь и скажем, Господи, прости нас. Мы грешные, и мы ничтожные, и не можем по своему маловерию исцелиться от этого пьянства, потому что не хватает наших сил без Бога. И Господь нас никогда не оставит. Я верю, что Господь услышит эту молитву чистосердечную, наше покаяние,
и тогда мы действительно сможем избавиться от греха пьянства. Очень часто мы знаем, что многие прибегают к медицинским, так сказать, лечению, к медицинскому. Но если рассматривать только лишь медицинское лечение в отдельности, без помощи Бога, без помощи церкви, то, как показывает практика и наш опыт, это также порой не находит в себе, так сказать, нет пользы от этого никакой. Здесь нужно как бы сочетание и медицины, и церкви. В какой компании мы общаемся, то, с какими людьми мы дружим, от этого, наверное, зависит, как, в общем-то, и наше внутреннее состояние, и наше будущее. Вот есть замечательно, что у нас есть трезвое общество, и когда к нам приходят люди, страдающие от греха пьянства, они попадают в трезвую компанию, они видят, что были люди сначала одни, пьяницы, а потом они сделались трезвыми. То есть, как бы, и я также могу, и я буду такой же, как они. То есть, я, вот это вот замечательно. Поэтому компания – это очень важно. А вообще родные как-то могут повлиять на человека, страдающего алкоголизмом? В таких случаях обычно мы, когда разговариваем с этими женщинами, да, вот приходит женщина и говорит: у меня муж пьет, что мне делать? В церковь он идти не хочет. Я его тащу каждый день, а он идти не хочет, отказывается. Он считает, что у него нет никаких проблем, он не видит то, что он уже находится на какой-то стадии алкоголизма, и по-прежнему считает, что он может себя контролировать. Что нам делать? В таких случаях мы, обращаясь к таким людям, спрашиваем их: вот ты, у тебя муж пьяница, скажи, пожалуйста, а ты сама готова дать обет Богу вовек не пить вина? Готова ли ты сама принять абсолютную трезвость? Вы знаете, к сожалению, очень часто мы слышим такой ответ: а зачем? У меня проблем нет. Я этим не страдаю. Это у меня у мужа проблемы, что мы не можем в Новый год сесть за стол, нормально выпить шампанского, порадоваться и на этом остановиться. Зачем мне-то давать обет трезвости? Это у него проблема. Вот пусть он и дает. Более того, я хочу, чтобы мой муж, когда исцелился от пьянства, чтобы он стал культурно пьющим человеком, как все. А то как же так? Я приду в компанию, там будут пить шампанское на день рождения или на юбилей, а мой муж будет сидеть как бы совершенно не похожим на других людей. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы мой муж был культурно пьющим человеком, как все. Вы знаете, очень сложно помочь такой женщине, которая рассуждает подобным образом. В таких случаях мы говорим так, что в первую очередь, если ты искренне желаешь, чтобы твой муж дал обет абсолютной трезвости, стал трезвенником, ты должна сама в первую очередь дать этот обет трезвости. И на своем примере показать мужу, что абсолютная трезвость – это единственный способ для того, чтобы и он мог излечиться от алкоголизма. На этом наша программа подошла к концу, но вопросы еще остались, и мы продолжим отвечать на них. Следите за нашими новыми выпусками и до встречи!